В Твери состоялась пресс-конференция, посвященная старту избирательной кампании «Единого дня голосования 2022». Тверская область от подготовки перешла к режиму проведения 21 избирательной кампании, в ходе которых будет замещено 265 депутатских мандатов. Что нового будет в 2022 году, подробнее в следующем материале. На пресс-конференции Валентина Дронова сообщила, что все решения о назначении избирательных кампаний «Единого дня голосования» 11 сентября 2022 года официально опубликованы. В организации проведения выборов задействованы 20 территориальных и 438 участковых избирательных комиссий. Принять участие в голосовании по этим выборам смогут 521 379 избирателей. Это более 50% избирателей нашей области. И, в принципе, выборы сопоставимы, если бы мы с вами проводили, например, выборы по одному из округов в Государственную Думу. При этом выборы глав субъектов путем прямого голосования пройдут только в 14 регионах России. Лишь только в Республике Адыгея пройдет назначение главы через голосование в парламенте. Кроме того, на пресс-конференции Валентина Дронова уточнила, что кампании федерального и регионального уровня в этом году на территории Тверской области нет. Проводятся выборы депутатов, представительных органов местного самоуправления. А крупнейшей муниципальной кампанией станут выборы депутатов Тверской городской думы. Выдвижение кандидатов в Тверскую городскую думу возможно уже с 28 июня по 18 часов 25 июля. Представление документов на регистрацию до 18 часов 30 июля. Также в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тверской области рассказала о важных изменениях в законодательстве, касающихся кандидатов, партий, наблюдателей, представителей СМИ и удобных цифровых сервисов для участников избирательного процесса, современных избирательных стандартов, гарантирующих открытость и информационную прозрачность предстоящей кампании. QR-коды, видеофиксация, современное комплексное оборудование для обработки избирательных бюллетеней, а также волонтеры проекта «Выборы доступны всем» – все это будет гарантировано 11 сентября. А подробную информацию об избирательной кампании как для кандидатов, так и для избирателей можно найти на официальном сайте избирательной комиссии Тверской области или в телеграм-канале.